Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале AliTop. В этом выпуске рассмотрим 20 свеженьких автотоваров, которые можно найти на площадке AliExpress. А также вы сможете принять участие в розыгрыше очень классного мультитула от Xiaomi. И начнем со средства от плесени. Думаю, всем известно, что плесень очень опасна. Она выделяет опасные для человека вещества, поэтому при первом появлении плесени необходимо предпринять меры с ее борьбой. И это средство очень хорошо с этим справляется. В зимнюю пору, когда аккумуляторная батарея разряжает свою емкость гораздо быстрее, чем летом, наличие джампстартеров может очень сильно выручить. Тем более, что один из очень хороших брендов Basos выпустил свой вариант джампстартера, который сразу стал очень популярным. Он достаточно мощный, чтобы завести даже небольшой грузовичок. Следующим идет супер яркий светодиодный фонарик. Работает от 4 аккумуляторов 18650. Фонарь ударопрочный, а также имеет защиту от влаги IPX8. Это защита при полном и длительном погружении в воду на глубину более 1 метра. Несмотря на сравнительно компактные размеры, он светит как прожектор. С таким можно и на ночную рыбалку с лодки поехать. Далее у нас небольшой инструмент для ремонта стеклоочистителей, также от Basos. Со временем резинки на дворниках пересыхают и повреждаются, из-за чего они оставляют разводы и полосы. Вот такой небольшой инструмент восстанавливает резинки, и дворники снова работают как новые. Корпус металла и есть небольшой ремешок. Раньше продавались похожие брелки, но они абсолютно ничего не меняли. Но это не тот случай, разница до и после просто огромная. Далее у нас очень классный набор термоусадочных соединителей для проводов с припоем. Такой набор сильно упрощает работу с проводами. Пригодится как для автомобиля, так и для мелкого ремонта дома. Если вам нужен дополнительный свет в машине, для ребенка или для чтения, то вот такой небольшой аккумуляторный светильник может решить эту проблему. Имеет два режима работы, свет приятный, теплый и хорошо рассеянный. Также имеет сенсорное управление. В нем дополнительно установлены неодимовые магниты, и при необходимости его можно снять и использовать, например, для подсветки под капотки или другого срочного ремонта. Следующий на очереди очень интересный держатель для телефона. Использовать его постоянно, конечно, не получится, но, например, когда кого-то долго ждешь, можно прилепить телефон на руль и смотреть свежую подборку или обзор на канале AliTop. Стоит держатель всего $1. Далее идет скребок для чистки льда и снега со стекол от того же Basos. В этом году они выпустили достаточно много интересных вещей в автомобильной тематике. Его главная особенность – это качество, стильный внешний вид и практичность. Чего только стоит кожаный ремешок для хранения. Если вам нужно восстановить былой вид старым, выгоревшим на солнце пластиковым деталям, то это можно сделать с помощью этого средства. Данный спрей изготовлен на основе безмасляной формулы и не содержит запаха. Очень прост в использовании, нужно просто нанести средство на поверхность с помощью губки. Хотите, чтобы ваша ласточка сияла и переливалась на солнце? Тогда для этих целей хорошо подойдет полировщик от Basos. По сути, это тот же воск, но гораздо проще в нанесении. В комплекте уже есть все необходимое для нанесения и даже небольшое полотенце для полировки. Далее у нас классные чехлы для ключей или сигнализации. Есть очень интересные экземпляры с карбона или кожи. Подбирается под конкретную марку и модель автомобиля. Следующий у нас мощный аккумуляторный насос очень компактных размеров, также от Basos. Он имеет небольшой дисплей, который отображает давление в шинах, а благодаря небольшому размеру его также можно брать с собой на природу, чтобы накачать мяч, матрас или колесо велосипеда. Есть 4 режима работы, фонарик и контроль давления. А для шланга и всех насадок есть удобные выемки на корпусе. В него установлен аккумулятор на 4000 мАч. Кроме того, продавец отправляет приятные подарки. Зимой в дороге как нельзя кстати будет чашечка горячего чая, кофе или свежезапаренного ролтона. И с этим может помочь автомобильный водонагреватель. Объем 350 мл, может нагреть воду до 90 градусов. Снаружи ударопрочный пластик, внутри нержавеющая сталь. Отображает нагрев в реальном времени и работает от прикуривателя. Еще один товар от Basos – покрытие антидождь. В комплект входит емкость с аппликатором для нанесения и само средство. Достаточно просто наносится, и эффект сохраняется до 1 месяца.
На интерьер в автомобиле очень сильно влияют коврики. Я, наверное, как и большинство, являюсь владельцем старых, затертых резиновых ковриков. И выглядят они откровенно страшно. На AliExpress есть множество магазинов, в которых можно найти очень красивые и стильные коврики под большинство машин. Следующий у нас портативный автомобильный пылесос. Размеры этого малыша поражают, он не больше маленького термоса. При этом в него установлен достаточно мощный аккумулятор на 6000 мАч, мощность 120 Вт. Очень стильно выглядит и есть три цвета на выбор. В комплект, кроме дополнительных насадок, входит и чехол для хранения. Для любителей кастомных вещей на AliExpress есть огромнейший выбор пленок для аквапринта. Аквапринт можно применять в любых сферах. Для придания поверхности изделия более привлекательного вида и подчеркивания стиля и индивидуальности. Думаю, у многих есть желание поставить себе автоматические ворота. И для этого на AliExpress есть неплохой набор, включающий в себя все необходимое для самостоятельной установки. Данный набор подходит для распашных ворот весом каждой створки до 200 кг. Имеют мягкий запуск и мягкий стоп и перестают работать, если встречают препятствия. Если у вас есть маленькие дети, то вот такой подголовник может очень сильно уберечь вам нервы. Подголовник универсальный и подойдет для большинства машин. Цвет тоже можно подобрать под ваш салон. Поддерживает SD-карты, USB-флешки, также можно подключить наушники. В комплекте также есть пульт управления. При этом стоит совсем недорого. И напоследок у нас бортовой компьютер с GPS. Подключается через разъем OBD2 и имеет 9 видов интерфейса. Огромные возможности по чтению и исправлению ошибок. Также по контролю и анализу показателей вашего автомобиля. Разгон от 0 до сотни, давление турбины, уведомления по неисправностям, и это только верхушка айсберга. Очень интересная и полезная вещь для автолюбителя. Друзья, надеюсь, вам понравилось видео. А теперь конкурс. Я разыграю классный мультитул от Xiaomi или его денежный эквивалент, как только под этим видео наберется 1000 лайков. Для участия нужно быть подписанным на канал, нажать на колокольчик, а также поставить лайк и написать комментарий. Результаты будут в моей группе ВК и Instagram. С наступающим вас! Услышимся!